парни, шустрее. Чёртова пенька. Лейтенант! Есть! Коммодор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля! А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Вам все ясно? Да, сэр. Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись! Я не собираюсь убивать коммодора, слугу короля! Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Проходим. Роджерс и Чемберли, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местном. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит или даже католик. Что еще хуже? О, бывает и хуже. Для коммодора. Дело срочное. Проходим. Роджерс и Чемберли, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местном. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит или даже католик. Что еще хуже? Бывает и хуже. Видите тех двоих? Чемберли, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местном. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит или даже католик. Что еще хуже? Got him sighted! Бывает и хуже. Ведите их на двоих. За нами, вплотную. У коммодора есть работа. Есть, сэр! Я слышал, коммодор крыл Роджерса, на чем свет стоит. Из-за чего они сцепились? Тише, друг. Не гневи губернатора. Он бывает непредсказуем.
По правде, я больше боюсь коммодора. Он серьезный малый и шуток не любит. Нашу цель, парни, продырявить все чертовы пиратские суда, что стали в Северной гавани. Я не потерплю того, чтобы эти крысы шастали по острову, задумывая убить нас. Свистать всех наверх! Все наверх! Готовьтесь поднять мартель! Поднять мартель по моей команде!